Открытие новой сельскохозяйственной ярмарки – это очередной шаг для развития сельхозпроизводителей. Это очередной шаг для реализации избыта личного подсобного хозяйства для населения. Это очередной шаг для выполнения программы «Жизнь на селе и чистый продукт». Поэтому мы очень рады, мы очень благодарны, что вы сейчас, жители города и района, вместе с нами, вместе здесь. Мы очень вам говорим всем спасибо. И поздравляем вас с наступающим Новым годом. Поздравляем вас с Рождеством. Желаем вам прекрасного настроения в Новом году. Желаем вам больше улыбок, больше радости, меньше зла, крепкого здоровья и семейного благополучия. Дорогие, мы будем работать, мы много будем работать, чтобы вы всегда были здесь с нами. Спасибо вам огромное. Спасибо. Раньше на ярмарках не только продавали необходимые товары. Традиционно на Руси на ярмарках организовывали праздничные гуляния. И сегодня в Балакове возродились традиции. На земле на Балаковской праздник открываем. И на ярмарку, друзья, всех вас приглашаем. Рады мы вас видеть, дорогие наши. Здравствуйте, родные. От души вам скажем. По обычаям российским. Всем поклон мы шлем вам низкий, с добрым словом и любовью. Вас встречаем с хлебом, с добрым зерном и пашнями наша Россия славится. И как поем мы от души. Нормально? 24 раза. Ага, раз. 4, 7, 38, 39. Это мастер спорта по перевому. Ну что же, один человек победил, а другому уйти. О, да. Наш небольшой разминочка, хорошо. Приготовить. Поехали. Считаем всем народом. И раз, есть. 2, 3. 30, 31, 32, 7, 8, 9, 10, 11. Уже с утра на новой ярмарке шла бойкая торговля. Горожане пришли сюда не только прицениться, но и закупить все необходимое. И по первым отзывам покупателей им все понравилось. Супер, весело, интересно. Мясо понравилось, купили. Тепло, светло. Можно выбрать. Спокойно. Машину где поставить, спокойно пройти. Хорошо, удобно, благоустроено, красиво. Очень понравилось. По сравнению с другими ярмарками, это просто рай. Понравилось, что крытые павильоны. Можно зайти, спокойно походить, посмотреть. Ни ветер не дует, ни снег не падает. Продавцы в хороших условиях. И для людей, конечно, хорошо. Дорожки все почищены. Для проверки безопасности сельскохозяйственной продукции на ярмарке обустроили ветеринарную лабораторию. За качеством товара следят особенно тщательно. Молочная продукция от фермеров, яйца, мясо и колбасные изделия местных производителей. Все это прошло строгий контроль. Продавцам здесь тоже комфортно. А все хорошо. Да. Ну, во-первых, нет неба над головой. Да, снег не падает, дождя нету. Уютно, чисто, красиво. Для первых покупателей в день открытия ярмарки организовали лотерею. Билетики давали бесплатно за каждую покупку. Призы в розыгрыше были очень полезными. Продуктовые наборы, блендер, электрические чайники, тостер и мультиварка. Сейф дома есть? Какой сейф? Смотришь телевизор? Ну да. Какой твой любимый канал? Балаковские паучки. Так, задайте его тоже похлопаем. Доставай, покажи вот дяденьке телевизор. Вот одна. 104. Вот, ведро яичко как раз хотели разыграть. Все, да, совершенно верно, 104, покажите вот людям, вот туда вот на телевизор вас тоже покажут. Держите, это вот вам. Давайте похлопаем первому человеку, который пришел, ведро яиц купил и получил пакет продуктов в подарок. 138. Нет. Есть такие. Ой, все, Кира, опа!
Это Кирин же тот. Кира! Друзья, Кир у нас выиграл! Ну, я так понимаю, что все верят, что это получилось, но Кира цифры не видела и даже не знает. Ну, улыбнитесь на камеру, улыбнитесь, тогда приз отдадим. Все. Пока улыбайтесь, держите, они тяжелые, если вдруг совсем тяжело оставляете, частично. Так, я назову 173. Есть! Нет, там просто 73 было. Нет, у нас есть 173. А 173, друзья, ну я тоже не специально. Дайте я хоть посмотрю. Не обманываю. Вот я здесь посмотрю, правда. Я не то чтобы пытался все, называю, тут может быть все-таки когда-то повезет. Да, все, держите это вам. Все, все. Пришли, чай попили, все, у нее уже все есть. Поворачивай к себе лицом и называй циферки. 0, 1, 6. 0, 1, 6, друзья, 0, 16. Ощущение, что вы очередь за нами заняли и стояли. В основном же люди могут не поверить. Дайте хотя бы приличие сравнить, совершенно верно. Как вас зовут? Любовь. Гляньте, не Любовь Петровна Николаевна, Любовь. Так, ну и как часто вы выигрываете? Ну, знаете, если честно, первый раз. Первый раз выиграл, а настроение прям вот самое... То. Держите, это вам, аплодисменты вам. Да, вот с таким хорошим настроением, с такими празднествами сегодня открылся замечательный сельскохозяйственный ярмарка ПРО. Приходите, получайте удовольствие, комфорт. Дайте улыбаться, чаще, да, с праздником, с наступающими, до скорых встреч. Эй, какая музыка пошла, поехали. Новая ярмарка ждет покупателей 4 дня в неделю. С четверга по воскресенье с 7 часов утра до 17:00. Приходите за покупками.